Ребята, всем физкульт привет! Всем привет! Мы собрались ехать в спортзал идти пешком. Ехать идти! На вас сразу отмазаться. А еще мы с Катей такие неудачники, такие, думаю, наконец-то начинает погода, становится такая прохладненькая, будем играть в теннис постоянно. Посмотрите, что стало с нашим теннисным кортом. Где он? Его больше нет. Здесь просто все перерыли, и он кладут новую брусчатку, сделали две веранды и сказали, что больше не будет теннисного корта. Вообще я в печали. Тут будут какие-то, я не знаю, не помню как название, какой-то городок, вот знаете, палочки так вот. Они песок вроде кидают в какие-то там дырки. Короче, мы не знаем, какая-то их игра. Странная очень игра, да. Вроде сказали, что будет небольшой парк для собак, но тут как бы и так много места, вон, ходи гуляй, не хочу. Да. И где здесь они сделают парк для собак, вот тут что ли? Короче, и потом нам сказали, беседочки. Что кроме нас в этот теннис никто не играет. Да, типа, взяли его, снесли. Вообще просто. Ну, в принципе, мы не сильно расстроились, потому что здесь есть другие парки, куда можно поехать также бесплатно. Стоят теннисные корты, можно поиграть. Ну, просто потратится время, полчаса где-то, ну, туда-сюда. А тут сразу из дома вышли. Да, вот наш дом. Этот теннисный корт просто был очень удобный. И как раз мы думали, настанет осень, мы будем играть чаще. Потому что летом 45, жара, вообще невозможно. Все, сейчас мы идем в спортзал. Все. Nice to meet you too. Nice to meet you. How you been? Okay, I haven't seen you for a long time. Yeah? Теперь у нас стоит новый лестничный мастер. Надо его будет испробовать. Вот. 27 лет. Неплохо. Давай 5. В общем, смотрите, какие у нас появились новые крутые гантели, которых раньше не было. Да. Они из какой-то там резины такой плотной. Да, они очень приятные вот тут вот. Прикольные гантельки. Правда, они все шагом 2,5 килограмма. Угу. Это, в принципе, нормально, мне кажется. Ну, для тебя, да. Да. Мне кажется, мне, ну вот, допустим, вот эти сейчас мне нормально. Здесь 2,5 килограмма. А эти уже 5, это уже много. Чего? Ты сразу такая качнулась, сразу. Вот там, смотрите, новая появилась у нас такая штучка. Ой, вот это вообще крутая. Ну, здесь стоял тренажер, его убрали, потому что он уже весь сломанный был. Да, так вот это прикольно переключается. Раньше просто был хоп. Такой штучка. Угу. Там прям реально настоящая лестница как будто. Забавно. Она вообще нормальная. Я прибавляю. Он такой огромный вообще. Еще вот здесь такие шары. Можно всяко на них тоже заниматься. Там чуть-чуть покрыть, скачать. Вообще прикольно. А ты знала, что вот эти мячи, они все тяжелые? Нет, типа. Это типа для кроссфита там всяко подкидывать их там и прочее. Ты должна подкинуть, отжаться и еще встать его поймать вверху. А ты как? Что-нибудь в это время еще, да, что-то делаешь? Да. Как 5 килограмм? Там есть 7 килограмм он. Жесть, они все тяжелые. Ты лег. Давай, надо потолка его. Выше. Почему ты не отжалась это время, пока он летит? Я не знаю, что делать. Ну, присядь, я не знаю. Мне здесь это место. Так, сейчас была минутка упражнения от Кати. Если будете вы их выполнять, то станете качками. Ну давай, твоя очередь. Давай, приседай. Ой,
Это где вообще ты такое придумал? Я видел, как твой делает. Окей. И хоп, его убило этим шаром, да? Это что за? Так, ну-ка давай садись и спробуй его. Я так понял, что здесь пресс качается. Нифига. Ты, короче, вот так вот сидишь и можешь еще вот так поворачивать. Типа боковые всякие, да. Косые? Такой... Жесть. Ужас, как тяжело. Подтягиваешь к себе и пресс, например. Конечно. Да, именно с таким лицом. Ужас, Паша. Ребята, кто занимается, ходит в спортзал, напишите нам. Смотрите, что Пашка делает. Ну, почти, мне кажется, правильно, но немножко не так. Надо глотка, мужик. Все, мы уже позанимались, целый час тут провозились, подустали немножко, завтра все будет болеть. Ну, только что у тебя, что ты прям занимался, мы так устали. Пот течет. Мы сейчас едем в магазин у нашего друга Джона, завтра день рождения. И нам надо ему что-то купить. Вообще, надо купить что-то такое, знаете, просто какой-то маленький презент, потому что они, у них совершенно вообще разное. Отличается от нашей традиции, как бы дарить подарки и отмечать день рождения. Мы вообще офигели от этого, на самом деле, потому что они нам сказали, ну, типа, вот тогда-то, приходите. Мы спрашиваем, а что подарить? Ну, как бы, я считаю, что это нормально, когда у взрослого человека спрашивать, что ты хочешь. Ну, может быть, можно скинуться на какой-то классный вообще подарок. И он такой, вы что, ничего, главное, сами приходите. Мы такие, как это? В общем, у них, ну, мы потом узнали, поспрашивали у них. Они отмечают день рождения как? Просто ты приходишь в ресторан, в кафе, сам за себя платишь, а подарков никаких не даришь. И, ну, для нас это странно, мы не можем так просто прийти без всего. И, с другой стороны, неохота как бы в неудобное положение поставить человека. Поэтому надо что-то подарить такое, вот, ну, символическое какое-то, просто чтобы, ну, презент. Чтобы все равно было человеку приятно, но и не поставить его в неудобное положение. Вообще, Джон, он из Бразилии, вот, как бы, я не знаю, как в других там странах, ну, в общем, как в Америке вроде не так, в общем, мы не знаем, вот, у бразильцев так. Смотрите, как красиво. В общем, мы пришли в Marshalls. Кит, смотри, что мы ему подарим. Пылесос для машины. У него машины еще нет, но это будет как бы стимул ее купить. Классно? Отличная идея. Что, нашла что-нибудь? Не знаю. Да купили бы мы вон за 8 баксов, все, погнали. Мышапка такая. Вообще классная. Мне понравится. Он любит всякое такое, что-то странное. Тогда вон ты возьми ему тракториста, кипарь тракториста. Вот это? Просто выбирание подарков плавно перетекло в давай еще тут походим, посмотрим. Всякие новые штучки появились. Пушечки. Так, окей, с касса там дальше на север иди. Это и Хэллоуин. Там метла для тебя, смотри, кис. Прикольно. Он так болтается. Ненадежно как-то. Потому что она для красоты.
Ты ведьма. Прикольно. Может, что-нибудь такое, это как-то выглядит... О, как-то как подарок. Глобус ему подари, скажи, ты должен его весь закрасить, типа, везде попутешествовать. Ну, что-нибудь вот какой-то такой... Вентилятор, ты посмотри, каким цветом! Ага, прикольный. Правда, сейчас холодает, нужен обогревательный вентилятор. Так это же рамка, это не картина. Ну, он может сам поставить, а может так оставить. С размером 8 на 10 просто. Может так оставить. Ну, давай что-нибудь такое тогда. Так вот, может, ему собаку? Скажем, Джон, это тебе. Будь верным другом, как этот пес. Оф-оф. Классно я придумал. Все, давай, собачку, мне нравится. Do what you love. Все, вот эту давай, кис, давай. Ему понравится, он будет просто от счастья там реветь. Киса. Все, вот эта рамочка минус, я отсекаю ее. Почему? Там размер написан. А вот смотри, тут минус. Смайл? Да. Ну, можно. Может, букву A? Типа, она первая в алфавите, и ты будешь всегда везде первым. Классно придумал? Тут есть J, только она грязная. Или вот пса ему. Или корову, скажем, не мычи. Или вот делай то, что ты любишь. Давай ее. Вот это? Да. Все. Футболку дай. Еще носки тебе дай. Паша. Ребят, как вы считаете, нормально? Нет, подарок для Джона. Ну, вы знаете, да, Джона? Ну, маску, которую хотел подарить, нету. Может, она где-то вот здесь? Она? Ну, такую, я думаю. Ну, да, давай с звездочками. Вот такая. Нет, это какая-то детская. Ну, такая она очень универсальная на любой праздник, мне кажется. Ее потому что тут много. Смотрите, что я приготовила для своего канала. Рецепт вот таких вот печенюшек с печеньем Орео. Сейчас будем пить чай. Я уже прибралась на кухне, положила в контейнер все печеньки. И Паша наконец-то созрел попить чай. Вот, его ждет вот такая вот вкусняшка. Почему-то он пока не поужинает, либо не пообедает. Ну, в общем, пока не поест нормальную еду. Не ест десерт вообще никогда. А я не знаю, я могу есть десерт, мне все равно. Осталось теперь вот здесь вот прибраться. Называется Катя красилась. Да, ну что, иди пить чай. Отдельный стол. Да, конечно, иди пить чай. Ты будешь руками есть или вилкой? Рувилкой. Рувилкой? Что? Ешь руками, это просто печеньки. Профессиональный дегустатор Паша расскажет всю правду сейчас. Во-первых, печенька, как это называется вот это все? Печенька, печенька. Очень мягкая, сладкая и нежная. Это все в пользу Екатерины сейчас. Но то, что оно обжигает мне небо, это сейчас минус в вашу сторону. Сильно горячая? Я ее решила подогреть в микроволновке. 100 слоев Орео были сделаны не зря. Не зря, да. Пирожок этот очень шикарный. Ну, прикольно. Что еще ты должен сказать? Подписывайтесь на мой канал. Что? Я тебе за это не платила, я тебе платила за другое. Ладно, ребят, рецепт. Это прекрасные штуки, вы можете увидеть на Катином канале. Чтобы туда пройти, вам надо посмотреть описание. Что такое? Там еще, там не только печенье Орео, там еще кое-что есть секретное. Это карамель какая-то? Что это? Давай, угадывай. Это еще какая-нибудь конфета там? Угу. Или это просто карамелька? А что это? Карамель. Ну а что у нас карамель? Что у нас есть? Конфеты.
Ну давай. Я не знаю. Это Твикс. А, я видел, все, это Твикс. Вот в таком примерно положении Екатерина сидит, работает по ночам. Устала? Да, пойдем спать. Пойдем спать. Ребята, всем спасибо, что были сегодня вместе с нами. Спасибо, что смотрели наш ложик. И всем пока! Пока-пока. Смотрите, какие классные чипсы в Америке можно купить. Голубые. С черной кукурузой. Последний раз видите такую красивую Катю. Сейчас она наестся пирожен. Я купила такая попа.